веселью, и всеми, что нас ждет этим вечером. Поэтому нас ждет еще все равно много концертных номеров. И я хочу пригласить на эту сцену наших спикеров и наших коллег. Колесникова Дениса. Колесникова Дениса, давайте его приветствуем. Приписала. На самом деле, хотел сказать про музыкальный альбом «The Hatters», который мы все очень рады встретить, послушать и заценить реально классную работу. Молодец, Денис. И я сюда еще на эту сцену приглашаю нашего коллегу, нашего выпускника, спикера, экс-представителя России и международной выставки МТ, и организатора музыкального онлайн-кэмпа «Create Music Nights» Андрей Швецов, Китсандерс. И у нас есть еще одна коллега, которая с нами поддержит вручение. Татьяна Османская, здесь ты с нами? Татьяна, мы тебя ждем. Давайте пока Таня к нам идем. Я ребята вручила дипломы, которые сейчас Андрей подпускает. У нас тут все продумано, потому что есть те работы, с которыми вы, наверное, знакомы. Не точно. Не, бокальчики оставлю себе. Короче, ребзя, всем салют, салют, поздравляю всех. Всем рождения. Днем рождения. Какого день рождения? Какого день рождения сегодня, я слышал. Да, с днем рождения. Подарок, подарок. Подарок в студию. Подарок и тебе. Подарок, короче, Асташову Вячеславу Владимировичу. Слава, привет. Слава, ты, конечно, нихуя не заслуживаешь диплома, потому что, блядь, тебе надо, конечно, еще потренироваться. Ты, брат, два года мурыжишь просто, блядь. Сколько можно? На столе, знаешь, где? Там человека братан? Где? Вот. Короче, если через год ничего не произойдет, отбираем у него диплом. Все, ладно, давай. Спасибо. Спасибо, Христа. Всем спасибо, мы с меня. Удачи, ребята. До новых встреч. Я иду с следующего. Значит, этот человек прошел стажировку на музыкальных премиях «Жара», «Муз-ТВ», фестиваль «Песни года», премьер мюзикла «Шахматы». Она написала дипломный проект по разработке стратегии продюсирования артиста без авторского материала. Пикова Юлия Борисовна, приглашаем на сцену. Поздравляем тебя. Спасибо большое, Ромей, спасибо большое, Марина Васильевна. Как я уже говорила, вы наше все. Вот. И я хочу сказать слова известной всем нам личности. Сочиняю мечты, есть миллион шансов, что скоро будет все сбываться. Так что мечтайте, и Ромей вам в этом поможет. Спасибо. Совместно. А я продолжу, собственно говоря, наше сегодня обучение, потому что у нас сегодня присутствуют те, кто по объективным причинам не защитил дипломный проект, но они имеют эту возможность сделать в течение 3 лет. Эти ребята учились, эти ребята работают в музыкальной индустрии, планируют проекты. Они сегодня участвуют в выпускном вечере. Вернее, это девушки, почему я пригласила на сцену сейчас прекрасных мужчин. Потому что это девушки, которые работают, работают успешно, планируют различные проекты. И сейчас мы им вручим сертификаты, а через год мы будем вручать им уже дипломы, когда они защитят свои проектные работы. Я вот прошу вас, ребята, пригласить прекрасных девушек. Выходите все сюда. Так, кто у нас? Подожди, это я. Пальцева Мария Андреевна.
Суховой Ирине Владимировне. Подожди, подожди, куда ты пошла? Иди сюда. Подожди, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас всех соберем, всех посмотрим. Ну что, Ирина Владимировна? Виктория фон Петкевич. Пикачу Ольга Вячеславовна. Никитина Анна Владимировна. Стольцева Вера Ильинична. Так, Стольцева Вера Ильинична. Держи, держи! Держи, держи, давай. Смуртунова Татьяна Юрьевна. Есть у нас здесь Татьяна Юрьевна? Пожалуйста, друзья, аплодисменты! Ага. Ну что, Суховая Ирина Владимировна и Штольц Вера Ильинична. Ура, все есть, все собрались. Ты тоже? А теперь песня. Ну что, вообще фотографию? Нет, песню давайте. Песню? Конечно. We are the champions. My friend. Не отпускаю микрофон, понимаете, мне, наверное, в прошлой жизни умер ведущий. Так хотел стоять на сцене, петь не могу, танцевать не умею, но поболтать, вы знаете, да, мы на собрании меня коллеги сейчас Кирилл Даш нам подтвердит, говорит, сколько можно отчитываться, я всегда больше всех стажировок, мероприятий, концертов. Вот так, с вами поговорить. На самом деле, коллеги, поддержите для прекрасных девушек, потому что они работают на сцене, они проводят мероприятия, студенты, концерты, две группы сегодня в Орион будут выступать. У Ани прекрасная молодая артистка Мэтфорс. У Тани много очень ивент-проектов, которые проводят. У Маши Пальцев, у Группа Палки. Девчонки классные. Я желаю вам успехов, удачи. Всем прекрасно. Вы что так вяло, прямо поддержите, блядь. Мы ленивые, немножко, но не защитили дипломы. Но мы те самые трошки, которые достигают больших успехов. Это обычно, мы будем ждать ваших успехов. Огромное спасибо этой школе, я ее очень сильно люблю, я люблю здесь, где я познакомилась, это Лена, Ася. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Олег. У меня есть такое предложение, если есть новые дипломы, золотые и серебряные, потому что многие проекты сегодня сказали, что они достойны. Очень классное мероприятие. Спасибо, ребят, что мы действительно все сделали. И предлагаю, что каждый год делать такое мероприятие, мы можем приказать. Обязательно ждать его снова 2 года. У нас был последний в декабре 2019 года, потом была пандемия. Наконец мы собрались, мне кажется, нам классно. А давай